Возможно ли снижение ставок по ипотеке в ближайшее время? Как окончательно решить проблему обманутых дольщиков? Каким образом сделать жизнь в городах России более комфортной? Эти и другие вопросы, посвященные теме жилья, сегодня обсуждают в Казани. Там стартовало заседание Президиума Госсовета России. В нем принимает участие Михаил Игнатьев. Формат встречи новый. Как отмечают руководители регионов, на этой площадке можно без лишней бюрократии обсудить самые острые вопросы, сопряженные со строительством и благоустройством городской среды. Здесь делятся своим опытом и устраивают мозговые штурмы. В последующем это поможет выстроить эффективную работу на местах. Отрабатываем, делимся, спорим. Ну, в споре рождается истина, как в народе говорят. И рассчитываем на то, что после даже уже Государственного совета и правительства Российской Федерации, и Федеральное министерство строительства примет ряд таких существенных решений во благо граждан России и во благо жителей регионов Российской Федерации. Завтра пройдет финальная дискуссия, в которой примет участие президент страны Владимир Путин.